Так вот, когда датские физиологи Банк и Дюрберг первые отправились в Гренландию, изучили инуитов, изучили их рацион питания и задались вопросом, что же их защищает. Они решили, что омега-3 являются частью этого процесса, и они были наполовину правы, но полностью ошибались. Именно сочетание омега-3 жирных кислот и жирорастворимых полифенолов защищает входные отверстия и создает это противовоспалительное состояние. В этом и заключается суть твоего оружия. И принимая только один из этих ингредиентов, ты на самом деле многого не добьешься. Сбалансированное масло восстанавливает эти полифенолы, и теперь у вас есть то, что на самом деле не является рыбьим жиром, а больше похоже на жирную рыбу. В других маслах полифенолов нет. В них добавляют витамин Е или еще какую-нибудь ерунду в этом роде. Это совершенно неэффективно. Это неправильное сочетание. В природе вы никогда не найдете эти длинноцепочечные омега-3 сами по себе. Они всегда сочетаются с жирорастворимыми полифенолами. Они действуют сообща, они сцепляются, они шагают в ногу. Именно это и делают продукты Zinzino. Они соединяют их вместе, и получается гораздо более эффективное сочетание, чем сумма отдельных компонентов. Это настоящая синергия.